Хочу задать вопрос касательно того, что вы рассказывали о масхе. Многие придираются к тому, что вы отбросили мнение четырех имамов и придерживаетесь мнением Ибн Таймии. Я всячески пытаюсь вас защитить, но что вы можете сами сказать по этому поводу? Брат, не надо спорить с кем-то, мне защищать. Нет, иншаллах, Аллах защитит этому вопросу. А так, про масху, хотя более правильное мнение четырех имам было так, есть ученые в этих мазхабах, которые дозволяют масху. Если Ибн Таймия, даже Ибн Таймия тоже является имамом ханбалийского мазхаба, это не означает, это мазхаба он вышел. Он тоже является имамом ханбалийского мазхаба. И есть ученые-сподвижники, которые делали масху, разрешали носках. Из этого, если вы думаете, только четыре мазхаба есть, других имамов нет, это не так. Но кто придерживается четырех мазхабов, тоже он не заблудший. Кто из них один за одним из них будет идти, тоже не заблудший. А кто видел другой мас'ала, пускай будет это Ибн Таймия, или другие ученые, даже, например, есть ученые шафиитского мазхаба, который сам в некоторых примерах берет другого мазхаба, или же даже не считает трех мазхабов другого мазхаба. Это не означает, что он опровергает все четыре мазхаба. Мы должны быть единогласны, и так и есть. Убеждения и четыре имама, и сподвижники единогласны, что их убеждения одинаковые, кроме нескольких вопросов Абу Ханифа рахимахуллах. А в фикхийских вопросах, если ты видишь и знаешь из хадиса, из деяний сподвижников, если даже она выходит из четырех мазхабов, это можно взять. Это не означает, мы выкинули четыре мазхаба или нет. Хотя Ибн Таймия является ученым из четырех мазхабов, ханбалийского мазхаба. А просто спорить из-за меня, защитать, не надо этого делать. Эти люди делают, знаешь кто? Ход даже им принес Таврат Инджил, они не принимают. Большинство этой вещи им занимаются, эти суфисты. За то, что сейчас им опровержение сделали Саид Афанди, Хасан Афанди, их ложь. Не только четыре мазхаба они выходят. Они выходят из ислама в некоторых вопросах. Не только четыре мазхаба. То, что они говорят караматы, не караматы. Посмотрите ролики «Помощь дома», где сами поймете. И с ним спорить, защищать вообще даже не стоит. Им надо объяснить, что такое убеждение. До этого.